Толпа озаренных вышла из-под контроля. Они убивают всех, кто не с ними. Таких, как я. Лучше им не попадаться. Сбросьте оковы, вооружитесь верой и нанесите удар по угнетателям. Сегодня мы вернем себе город во имя Ориона. У меня для всех тебя кое-что есть. Всех стражников на виселице пусть видят, кто истинные хозяева города. Отловить всех чернолобых, выкурить их. Нордкрест боится нас. Покажем ублюдку, что его железная клетка нас не сдержит. Ищешь инструменты? Деритесь за свою жизнь и за своих родных. У Ориона есть лекарство для всех. Эй, ты! У меня для тебя кое-что есть. У меня есть товар для темных дел. Ты знаешь, где меня найти. Надо что-то делать, а не смотреть, как город загибается через донышки кружек. Согласен. Мы порядочные граждане, Хорли. Стража должна защищать таких, как... Выпьем за это. Поддерживаю, дружище, поддерживаю. Есть время на еще одну порцию. Если не верю, ты ублюдка. Покупаешь, им нужен я любой предлог, продаю. Чтобы объявить нас мрачниками и отправить в Мойру. А я там уже был. Только не как пациент, а кирпичи клал. Ну и как там? Ужасно. Хотя я дальше двора и не заходил. Ищешь инструменты? Да угриеды сделают кошелек из моей машины. Либо они, либо озаренные, либо стражи. Решай, только быстро.
Пришел составить компанию старой женщине? Тебе воздастся за щедрость в этом мире или в следующем. Читал газету. Говорят, Леваков пускай. Кто там ходит? Куда подевалось подкрепление? Я и есть подкрепление. Никого не осталось. Что нам делать? Мы трупы, если нас здесь поймают. Там даже не... Даже тут чудо. Эй! Я приказываю! Я и есть подкрепление. Никого не осталось. Что нам делать? Мы трупы, если нас здесь поймают. Нам даже тележку лишнюю не выделят. Удерживали ее сколько могли. А теперь соберитесь. Если зазеваюсь, крысы сожгут. Оставь меня! Я тебе не враг! Это место вполне неплохое укрытие. Я тебя прикрою. Он был здесь, я тоже.
Наконец-то мы сломали стальную клетку. Я совсем замерз. Пожалуйста, не трогай меня. Я это сделал. Я еще живой. Почему леди Мэриголд носит этот змеиный браслет? Эй! Она не знает, что он проклят. Самое интересное, был ли он у нее до того, как мужа прибрала костлям, или нет? Не так громко. Она отравит и нас, если поймет, что мы не распознаем. Ты больше не воняешь потом и мочой. Заболел. Точно знаю. Баса, ты почти похож на человека. Если выживешь после той дряни, что здесь подают, переживешь что угодно. Как рука? Свербит. Как и чувство гордости, небось. Этому засранцу еще воздастся старицей. Помоги мне кое с чем. А? У тебя лодка еще осталась. Я бы на твоем месте снял здесь комнату. И кувыркался бы тут с красивой девахой, пока все не уляжется. Мне нужно кое-что выяснить. Это насчет Эрин. Вы поможете товары для воров по грабительским ценам.
Мне нужно попасть в приют Мойры. Свистни, когда будешь готов. Я буду тебя ждать. Вы поможете несчастному полагать? Я знаю, что тебя заинтересует. У меня есть товар для темных дел. Ты знаешь, где меня найти? Я стану нищим посмешищем! Кошмар! Готовы помочь? Какая прекрасная новость! Хорошие вести, мистер Вор! Я знаю, где находится еще один пропавший экспонат. Хорошо. Значит, я тебе не нужен. Не-н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 е, сэр. Я разве похож на того, кто темной ночью гуляет по запретным местам? Нет, вы нужны мне. Найдите знаменитого октокотика. Октокотик? Да, поразительная извращенная ошибка природы. С первого взгляда кажется, будто это обычный кот. Но нет... 8 лап, сэр! Представляете? Нет. Сэр, верните мою ошибку природы, мистер Вор. Мои монетки просятся в ваш карман. Хочешь попол... О, сэр, вы настоящий джентльмен и эрудит, апологет ярмарок и развлечений. Октокот, похоже, попал в чью-то частную коллекцию около башни между Стоунмаркетом и Риверсайдом. А я тебе скажу. Знаешь что? Уже всего в старости. Писать бы 15 раз за ночь. Ищешь инструменты? Если тебе нужны деньги, у меня для тебя есть пара поручений. Лучшие контракты в городе. Ищешь лучшие контракты в городе. Вот это неплохо. Легкая добыча для лучшего вора в городе. Кошмар! Ты не робкого десятка, я вижу. Я понял, понял. Я знал, что тебе понравится. Для тебя это верные деньги. Я бы сам за такое взялся. Ты без развлечений, а? Я понял, понял. Я знал, что тебе понравится. Эти заказы только и ждут такого профессионала, как ты. С этим ты легко справишься. Смотри, не попадайся с черными руками. Товары для воров по грабительским ценам. Кошмар.
Ты не поверишь, что я видел на чердаке у Трейси вчера. А что ты вообще там делал? Да так, заглянул на огонек ее горничной, но ты послушай, у нее там картина Монтанесси. Вряд ли это подлинник. Она бы уже давно заплатила, чтобы свалить из города, будь это оригинал. Где, контора левака. Учитывая то, как деньги ходят по рукам в этом городе, я крал их уже не раз. Я закончил. Также закончены дела Эдди. Скоро он уплывет из города по реке. Живой или мертвый. Если заплатят на этой неделе, пусть ищут других
заметил движения. Ничего. Наверное, я уже... Ты осмотрел его? Здание городского совета? Конечно. Охрана плотная. А бюст барона? Чистая зона. Отдохнули бы. Малышка Люси, Риверсайд заботится о своих, пока что-то от них хочет. А потом будь что будет. Если ее убийца, девушка из Южной... квартала. Далеко она не ушла. И ожерелье при ней.
Я заболел. Точно знаю. Если зазевает... Если ваш груз считается в городе контрабандой, это говорит о многом. Средство от брака, глоток чудо-то. Не знаю, написал ли он это до или после того, как подцепил мрак.
Это я возьму.